Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Райокера. Гоу. Давай начинать. Что-то на табличке пишешь. Ладно, давай смотреть робота. Истинный хозяин робота, вот этот. А вот оригинальная версия. Гоу. Сейчас я сажусь, но тут я помню, как все делать. Так, тортик. Я готов. Мне дают донатиски. Так, наверное, сейчас устроим битву. Так, гоу. А, все, ну его отпустил. Этот робот умеет двигать не просто на шарнирах, а на специальном механизме, который крутит в две стороны этого робота. Он умеет двигать руками, ногами, с крыльями у него ничего нету. Еще есть меч, на мече есть динамит, и мечом он может бить. Сзади есть кнопка, чтобы включать ускорители. Ну и так летать. Так, остановить надо. И еще вторая кнопка внутри стоит. Она нужна для взрыва меча. Но это лучше не делать. Это только в PvP нужно делать. Меч взрывается. Если я нажму на эту кнопку, то все динамиты на мече просто взорвутся. И все. Этого робота делал человек с Испании. И он не может разговаривать на английском. И поэтому я буду все сам рассказывать. Так, а почему другую команду? Tell me. Скажите мне, что ты хочешь, чтобы я сделал. Мой друг переведет. Ок. Его друг сюда зашел. Я буду писать по-английски. Его друг будет, доводить до него на испанском. Чтобы оба понимали. Так, окей, сейчас я тогда улечу туда подальше. Да. Так, сейчас я напишу, чтобы загрузили заново. Все, на обоим написал, чтобы включили PvP, переводчик. На обоих языках. Так, все, они включают вроде бы. Так, сейчас я съем конфетку и начнем тогда битву. Все, давай начинать битву. Так, 3, 2. Думаю, цифры у всех одинаковые. Оу. Так вот, как взрывать постройку? Меч. Если бы это было 2 разных робота, тогда бы они бы взрывались. Но это же от одного и того же человека. Так, сейчас я тогда надо нажать на внутри кнопку, и тогда все взорвется меч. Что не то сделал? А кнопка-то меч не взрывает. Кнопка включает первое лицо. Меч взрывать невозможно. Его может только... Вот. От первого лица робота включает. Ну ладно. Меч взрывается только от других роботов. Если бы тут был другой робот, ну тогда бы взорвалось бы тут все. Только при прикосновении. Ой. Идем сюда. Так, сейчас напишу. Ну, робот умеет летать, тогда, сейчас. Робот умеет летать, падать, бить мечом, двигать всеми суставами, кроме вот этих крыльев. Крылья ничего не могут. Здесь шарнирный механизм, немножко такой. Ну, не просто один шарнир стоит, а не 3 шарнира под наклоном. Тут есть декор в виде какого-то робота, я не знаю, как он называется, только машинки внизу. Тут тоже машины. Ну, голова китайская. У него есть 2 кнопки. Одна включает турбоускорение. С помощью донатического джетпака на нем можно взлетать. С помощью специальных кнопок. И вторая кнопка включает первое лицо от вида глаз. Тут отсюда. Так, видно все. Но если третье лицо не надо. Дальше. На мече есть очень много динамита. Сейчас. Нет. Вот. Я могу это доказать тем, что я вот сейчас подлетаю. Типа это какая-то часть моего робота. Джетпак. Вот так все взрывается. Но, конечно, большой робот, когда вот так в него врежется, то вообще будет взрыв. Но у меня настолько большого робота нет, поэтому не сможем проверить. Ну и это все его способности. Все, что он умеет. Что они пишут? Games Control. А, понял. Давайте. Сейчас, чтобы я управлял роботом. Сейчас попробуем доплыть тогда на нем до конца. Сейчас ставлю тортик. Беру донатерский джетпак.
И конфеток побольше, потому что тут их вообще сложно получить. Все, готов я. Ай, зайки. Оу. Так, а где они? Чуть не понял, куда они ушли. А, они все в другую команду вообще ушли зачем-то. Ну ладно. Нет! Ой, они как-то неправильно дюпнули. Ой, сори, говорят. Хотели дюпнуть, но только надо было подождать немного. Ну ладно. Иду в зеленую команду тогда. Немного не понимаю, как дюп работает. Все, я тут тоже. А это что за робот? А, они хотели устроить битву роботов. Вот второй. Это оружие зачем-то. А он что-то умеет делать? У него есть пушки, они, наверное, будут стрелять, потому что динамита много. Или лазерные лучи, типа. Так, ну, тут есть 4 кнопки, лучше нажимать не буду. Сейчас все взорвется, наверное. Ладно. Так, этот робот тоже точно так же двигается. Ой, ладно. У него одна нога отвалилась почему-то. Так, наверху есть 3 кнопки, и внизу есть 4 кнопки. На них нажимать я лучше не буду. Тут впереди значок, пушки, ну и все. Что он имеет, я еще не знаю. Нажать на одну кнопку, может. Он уже развалился. Так, что они там пишут? Так. А, понял. Ну, я сейчас хочу. Они сказали, чтобы я управлял. Столько кнопок. Все, я готов. Почти. Вроде да. О, тут поудобнее конфет кушать. Ай, реди. Что такое? Почему перезагружают постоянно? А, ну, в принципе, я прикрепился. Заново буду все делать. Я ж готов. Все, я одел этого робота. Выглядит это вот так как-то. Сейчас динамитом. Это типа щупальца такие, что ли? Сейчас. О, танчик взорвется сейчас. Там внизу маленький. Ой-ой-ой. Был танчик, нету танчика. Типа такие щупальца, вот они очень хорошо бьют. Я только что какой-то маленький танчик тут стоял. Я его взорвал. Что это такое вообще? Но тут есть много интересных кнопочек, на которые я бы хотел бы нажать. Выдвинуть ракеты. Вторая кнопка. Ничего не делает. Бабах. Что-то не так пошло. Ладно, сзади есть кнопки. Первая ускорители. Ладно, ускорители, понятно. Вторая кнопка. М. А, пушки. Еще одна кнопка. Это собрать вот эти динамиты можно. И последняя кнопка. Гарпун, скорее всего, сейчас посмотрим. Да, гарпуны. И еще, а, механизм Кримсона. То, что эти гарпуны самонаводящиеся получаются. Потом это еще вау-фойер снимал, ну ладно. Так, сейчас попробую куда-нибудь запрыгнуть эти ракеты. Вон там, я вижу, поезд какой-то. Надо поближе подлететь. Ходить он не умеет, но у него есть 4 мощные руки, которые с динамитом. И не долетело, сейчас еще раз надо. Поближе. Так, это поезд Козлиса, если я смогу... Ну, если он ПВП включит. Так, сейчас конфетку надо. Все нормально. Так, нажимаю на нижнюю кнопку. Так, где его второй аккаунт там? С ПВП... Ай! Они изоляцию включили. Все испортили. Теперь у меня какой-то значок. Ну ладно. Может, заново загрузить?